Получается, вода текла прямо в фундамент, да? Да, фундамент. На протяжении 5-6 лет, как минимум. Наша машина. Они сгрызны, походу, я тут... Посади по бетону туда. Там песок видит. Как начали без освоения все здесь делать, жильцы просто перестали их платить. А если люди, которые до сих пор ходят? Спрашивают, за что платить? Это не правильно.